Мы поехали на этих джипах. На бездорожье поехали? Да, на бездорожье. Какой у тебя джип любимый? У меня любимый Лендровер. Лендровер, вот это 110-й, да? Ну да. Давай покажи, куда он поедет у тебя. Он поедет вон туда. Я доехал в эту гору. Давай еще раз. Давай, показывай дорогу. Так, давай туда, а? Давай туда. С горы хочешь? А ты в горы-то потом сможешь подняться? Да, я очень. У меня можно аккумулятор. Аккумулятор-то мощный у тебя. Я поеду, пап. Без меня поедешь? Да, давай, можно сюда, за мной. Кататься. Куда ты собрался заехать? В горку. В горку. Давай вдвоем. Я поеду в большую яму. Давай. Задний ход застрял. Лендровер будет вытягивать другую машину. Чем будет вытягивать? Тросом. Тросом? Давай, тяни. Все, вытянул. Все. Отцепляем трос. Молодец, все, отцепили. А куда мой трос будет? Мы тебя будем тянуть с горы. С большой горы? Да, с большой. Давай, за мной. Ты уже съехал. Я за ним пойду. Давай за ним. Лендровер катай на машинке. И сейчас я заеду не в глубокую. Не в глубокую, да? Да. Показывай, как на глубокую ты умеешь заезжать. Выезжай. Стоп, задний ход. Стоп. Вперед. Назад, скорей. Скорей назад. Стоп. Выезжай сюда направо. На сушу выезжай. Все, выезжай. Хватит, промыли колеса. Поехали дальше. Все, посадил своих чуваков? Ну что с Лендровером произошло у нас? Мы его чуть-чуть опять, а мы его чуть-чуть отопили. Утопили? Ну и все, починили теперь. Дальше да. Поехал. По большой яме. Где там бисты живут? Ну проезжай. Газу. А я закончу. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Я буду сводить с Лендровером. Я его утопил немножко. Я буду сыкать его. Вот теперь сюда. Дальше кисточкой. Как ты чистим? Что ты делаешь? Чистим Лендровер. Вот. Все. Все, прочистил. Ну хватит, тряпочкой надо протереть теперь лишнее. Все, протирай. Все, почистили Лендровер? Да. Убираем баллончик теперь в сторону, очиститель. Я сейчас тут его посыпаю. Пшикай. Что, не получается? Все, давай. Протирай теперь тряпочкой. Куда? Мотор протирай. Где мотор? Ну, вот. Сюда вот псыкну. Все. Нет, ты еще не в чем. Все, почистили Лендровер. Да, псы. Все, теперь что?